Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на НТВ, в студии Дарья Денисова. Смотрите в этом выпуске. Определен подрядчик, который снесет 6 ранее расселенных аварийных домов в нескольких районах Волгограда. Подробности смертельного ДТП на трассе Сызрань-Волгоград. В Тракторозаводский район вернули отреставрированную скульптуру Дзержинского. Лучшим волгоградским дружинникам вручили награды и благодарственные письма. На базе спортшколы по зимним видам спорта проходит этап первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по хоккею. В Волгоградском институте искусств и культуры стартовала неделя науки и творчества. Обо всем по порядку. В Волгограде на маршруте номер 77 к июню 2024 года полностью заменят автобусы на новые. О системной работе по обновлению парка общественного пассажирского транспорта губернатор Андрей Бочаров сообщил в ходе приема граждан, который провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Маршрут номер 77 – один из самых протяженных в Волгограде – более 46 километров. Он соединяет 4 района. Вдоль него расположен большое количество социально значимых объектов. Непогода виною. По сообщению пресс-службы регионального главка МВД России, накануне на 659-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись две машины. Автомобиль «ГАЗ», двигаясь в сторону направления города Камышино, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Фрилендер» с полуприцепом «Тонар». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ГАЗ» погиб. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. В Волгограде определен подрядчик, который снесет 6 ранее расселенных аварийных МКД в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из многоквартирных домов переселили свыше 120 человек. Каждая семья получила новые квартиры или денежные компенсации. Рабочие демонтируют дома общей площадью 2300 квадратных метров, вывезут строительный мусор, выполнят вертикальную планировку земельных участков. В Волгограде работа по демонтажу расселенных аварийных домов ведется планомерно. За последние несколько лет были снесены 8 домов в Краснооктябрьском и Красноармейском районах. В 2023 году демонтировано 15 домов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. В ноябре рабочие завершили работы по сносу дома номер 5 по улице Удмуртской. Идет подготовка к сносу домов номер 1 и номер 9 по этой же улице. Работы по освобождению городских территорий от расселенных зданий ведется и муниципалитетом, и в рамках муниципально-частного партнерства. Заключаемые застройщиками инвестсоглашения предусматривают строительство нового жилья на месте снесенных аварийных МКД, а также передачу части помещений в новостройках муниципалитету. Эти квартиры также предоставляют жильцам аварийных домов. Реализация проектов по строительству нового жилья на месте расселенных домов позволяет муниципалитету предоставлять переселяемым из аварийных домов гражданам новые комфортабельные квартиры вблизи от их прежнего места жительства, что важно для многих. В Волгограде продолжается реализация региональной программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ей с 2019 года переселено свыше 4800 граждан. В рамках нацпроекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов переселят около 9800 человек. Памятник Железному Феликсу вернулся на одноименную площадь Тракторозаводского района. По завершении восстановительных работ на базе специализированного предприятия в городе Жуковском скульптуру Дзержинского на спецтранспорте доставили в Волгоград. В ходе очистки скульптуры специалисты выявили, что требуется замена ряда старых металлических фрагментов, которые использовались в первые послевоенные годы для устранения повреждений, полученных памятником во время Сталинградской битвы. Решение провести восстановление скульптуры на базе профильного предприятия в городе Жуковском приняли сотрудники специализированной подрядной организации, выполнявшей муниципальный контракт. Это обеспечило максимально высокое качество выполнения работ. Перевозка осуществлялась за счет средств подрядчика. До окончания работ по облицовке постановления скульптура будет храниться на строительной площадке на площади Дзержинского. Волгоградские дружинники стали победителями в двух номинациях конкурса, который ежегодно проводят среди добровольных народных дружин областной комитет по делам национальности и казачества. Лучшим общественным блюстителям порядка вручили награды и благодарственные письма от регионального главка МВД. Мне поручено вручить благодарность
начальника ГЛАВ, генерал-майора Вельможко, Дружиннику Буравлеву Юрию Васильевичу. Юрий Васильевич. Всю свою жизнь Юрий Васильевич Буравлев совмещал основную деятельность слесаря-наладчика на керамическом заводе с общественной по охране правопорядка. Служба, которая опасна и трудна, привлекала с молодости, поэтому сразу после армии пришел в милицию. Был еще внештатным сотрудником. Ну, потом организовалась вот наша дружина, и я сюда перешел. Ну, короче, у меня стаж уже 50 лет дружинника. Лихие 90-е, советские, вот эти я все захватил, да, все работал, да. Помогал сотрудникам полиции, милиции, да. И до сих пор вот работаю. Добровольная народная дружина Волгограда создана более 27 лет назад для оказания содействия городскому управлению внутренних дел. С тех пор сотрудники общественной организации на страже общественного порядка. С начала этого года вместе с дружиной Волгограда правоохранители выявили 73 административных правонарушения. Задержано 5 человек по подозрению в совершении преступления. Дружинники приняли участие в охране общественного порядка при проведении 53 массовых мероприятий. Практика показывает, что взаимодействие полиции с общественными объединениями правоохранительной направленности играет немаловажную роль. В этом году в ряды дружинников влилось молодое пополнение. Есть среди общественных защитников правопорядка и женщины. Почему нет, говорит Евгения Бирюлькина, ведь главное для дружинника не сила, а умение владеть словом и вовремя реагировать на ситуацию. При несении службы во дворе музея Машкова на проспекте Ленина, 23, мужчина, ну, так скажем, на вид был явно, что не является хозяином машины. Сделав ему замечание, он прореагировал, что это моя машина, но хотя мужчина был, то есть мужчина без, лицо без определенного места жительства. Вызвало наряд, был задержан, оказалось, что это был мужчина в розыске. Сегодня помощь правоохранителям в регионе оказывают сотрудники более 160 народных дружин и общественных объединений. Все они приняли участие в ежегодном областном конкурсе. Лучшей стала народная дружина Волгограда. Именно ее представители помогали в поддержании общественного порядка во время проведения в городе героя мероприятий, посвященных 80-й годовщине Сталинградской победы, единого дня голосования и многих других значимых событий. Вы все в соответствии с заявками нашей городской полиции патрулировали наши парки, скверы в городе Героя Волгограде, патрулировали наши массовые мероприятия, то есть оказывали всяческую поддержку и помощь при обеспечении охраны общественного порядка. У нас впереди с вами еще очень много работы. Ирина Абрамова, Александр Шишин, «Время новостей». Угон мотоцикла, сбыт крупной партии наркотических веществ, новая схема мошеннических действий под предлогом продления срока действия сим-карт. Об этих и других происшествиях за минувшие сутки расскажет сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Светлоярском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне. 36-летний мужчина с целью покататься угнал мотоцикл, находившийся на территории фермерского хозяйства. По данному факту проводится проверка. Транспортное средство передано владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД задержан 40-летний волгоградец, подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий во дворе многоквартирного дома в транспортном средстве задержанного полицейские изъяли свертки с порошкообразным веществом и упаковочный материал. Согласно проведенному экспертами-криминалистами исследованию, изъятым является мефедрон и амфетамин. Задержанный через интернет приобретал запрещенное вещество, затем фасовал и хранил с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аферисты продолжают обманывать волгоградцев под предлогом продления срока действия сим-карт. Человеку поступает звонок якобы от мобильного оператора. Ему сообщают, что срок действия его сим-карты истекает или уже закончился, а для продления договора необходимо назвать код из СМС. Мошенники убеждают, что если этого не сделать, сим-карту заблокируют и доступ к мобильной связи, приложениям, онлайн-сервисам будет заблокирован. Сообщив присланный код, гражданин дает злоумышленникам доступ в личный кабинет портала госуслуг. Там аферисты меняют пароли и, используя персональные данные, могут беспрепятственно оформлять кредиты, переводить деньги, оплачивать товары.
Владелец номера ничего не подозревает в этом случае, так как сообщение приходит уже на другой номер. Используя подобную схему обмана, мошенники заполучили доступ к личным кабинетам портала госуслуг учителя из Паласовки и неработающего волжанина. Уважаемые граждане, ни под каким предлогом не называйте неизвестным коды и пароли, пришедшие в СМС-сообщениях, даже если звонившие представляются сотрудниками банков, операторов мобильной связи. Помните, что этой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Декабря во всем мире будет отмечаться Международный день борьбы с коррупцией. Накануне волгоградские полицейские провели профилактическое мероприятие с целью снижения преступности коррупционной направленности. Борьбе в регионе с преступлениями коррупционной направленности уделяют особое внимание. Работу проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Одно из основных направлений работы – профилактика. Сотрудники региональной госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на противодействие коррупции. Мы напомнили людям, что давая взятку, они сами становятся преступниками. Такие мероприятия носят регулярный характер и проводятся с целью снижения преступности именно коррупционной направленности. Полицейские раздали информационные памятки посетителям, которые обратились за получением госуслуг, выдача водительских прав или постановка на регистрационный учет автомобиля. Полицейские рассказали, что делать в случае вымогательства у гражданина взятки и об уголовной ответственности за дачу денег должностным лицам. Где в этом году установят главную новогоднюю елку? Какой он лучший туристический сувенир? Далее в эфире краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала ntv.online. Не превышай. С 5 декабря на мосту через Волгу вводится ограничение скорости. Роды через страны и континенты. Почему жительница Кубы решила родить сына в Волгограде, в перинатальном центре номер 2? Новогодние ели и светодиодные арт-объекты уже манят горожан в парках и скверах Советского, Ворошиловского и Дзержинского районов. Где в этом году будем водить хороводы у главной новогодней елки города? А также, почему только 11% волгоградцев собираются новогоднюю ночь провести у телевизора? Какой туристический сувенир из Волгограда завоевал гран-при всероссийского конкурса? И чем блогер из Волгограда смогла удивить самого Николая Баскова? Об этом не только читайте и смотрите на нашем информационном портале mtv.online. Концерты и мастер-классы с понедельника по пятницу. В Волгоградском институте искусств и культуры стартовала неделя науки и творчества. Свои достижения в разных сферах искусства продемонстрируют и студенты, и преподаватели. Череду концертов открыл камерный оркестр в ГИКа. Организаторы обещают еще много интересных событий. Ярким будет и закрытие недели. Любовь Макарова продолжит. Ярко, творчески и одновременно по-научному. Традиционная неделя науки и творчества – волнительный период и для студентов, и для преподавателей. Алексей Мануэлин музыкой занимается с детства, нашел в ней свое призвание. Когда отдаешь всего себя, всю свою жизнь посвящаешь ради своего любимого дела, дорожишь им, вот, и относишься к нему серьезно, музыка становится на первом месте, я так думаю, у каждого музыканта. Алексей сыграл на фортепиано вместе с артистами камерного оркестра под управлением Сергея Шитова. Выступлением остался доволен. На уже ставшей традиционной неделе науки и творчества пройдут концерты и круглые столы. Их участники обсудят вопросы преподавания, будут организованы открытые уроки по голосовому тренингу. Студенты станут участниками различных профильных мастер-классов. Ежегодная традиционная неделя науки и творчества преподавателей и студентов приурочена к дню рождения образования нашего вуза. Студенты, преподаватели объединяются в единое сообщество, чтобы привлечь внимание общественности, показать креативные мероприятия, свой потенциал, научный ресурс. В рамках недели науки и творчества пройдет и всероссийский конкурс вокального искусства «Орфей». А еще организаторы обещают яркий финал. Деталей пока не раскрывают.
будет что-то уникальное для нашего города. Конечно же, это будет очередная, ну, скажем так, уникальная коллаборация между кафедрами нашего института. Какие это будут взаимодействия, я пока что не скажу. Известно лишь, что пройдет закрытие недели на двух площадках. Ее финальный аккорд будет посвящен 55-летнему юбилею камышинского филиала ВГИКа. Всего на традиционной неделе науки и творчества пройдет более 80 различных встреч и выступлений. Любовь Макарова, Дмитрий Макаров. Время новостей. И все в порядке, если только на площадке «Великолепная пятерка» и «Вратарь». На базе спортшколы по зимним видам спорта в Дзержинском районе прошел очередной этап первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по хоккею. В бескомпромиссной борьбе на льду сошлись спортсмены до 13 лет. Волгоград впервые стал площадкой проведения масштабных стартов среди лучших команд двух федеральных округов. Как сыграли юные волгоградцы? В этом сезоне в составе участников первенства Южного и Северокавказского федеральных округов среди юношей до 13 лет хоккеисты из Сочи, Крыма, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда. Руслана Карпова в этот вид спорта привел папа, тоже хоккеист-любитель. Вот уже 8 лет Руслан не представляет свою жизнь без льда. На этих соревнованиях его команда выиграла у южных пингвинов из Симферополя. С минимальным счетом уступила ровесникам из Сочи 5-6. В третьей игре против ростовчан уступили только по булитам 4-5. Но ребята готовы учиться на ошибках. Начинал с позиции центрального нападающего, а сейчас правозащитник. Потому что надо ложиться под шайбу, защищать вратаря. Посмотрел первый раз хоккей, понравилось, на лед встал, все сразу хоккей захотел. Хочу добиться в спорте, попасть в команду «Казанский Акбарс», моя любимая команда. Хочу попасть туда. Скорость, сила, ловкость – качество настоящего хоккеиста. Волгоградские спортсмены в числе лидеров соревнований. Я занимаюсь хоккеем 8 лет, уже очень давно. Кстати, я сначала играл в городе Волжском, но я сейчас живу в Волжском. И у нас там команда распалась. Наша команда «Торнадо» была. И вот сейчас я играю в спортивной школе по зимним видам спорта. Волгоград – южный город, но, несмотря на это, зимние виды спорта продолжают развиваться. Хоккейные баталии – это возможность показать себя в деле, проявить стремление бороться и побеждать. В команде Ростова-на-Дону мальчишки тоже знают, что такое упорная борьба и единство на льду. Я обожаю хоккей, я думаю, с того, как я начал заниматься. Я вот сразу увидел, что я люблю этот спорт. Команда у нас очень южная, каждый за каждого играет. Если кого-то кто-то обидит или сильно сыграет, то мы На ледовом катке многолюдно. За юных хоккеистов болеют друзья, близкие, наставники и родители. Сочи, Сочи, только Сочи! Эй! Эй! Мы приехали из Сочи поддержать команду нашего хоккейного клуба Сочи 2013 года. Приехали, поддерживаем. Третья игра, выигрываем. Болейте только за ХК Сочи! Для этих юных спортсменов путь в большом хоккее только начинается. Каждый из них мечтает стать будущим Овечкиным, Малкиным или Харламовым. Очень приятно оказаться в таком хорошем, прекрасном городе. Отличная организация. Я думаю, перспективы будут. Необходимо работать в этом направлении всем. Мальчишки показывают хороший хоккей. Интенсивный, быстрый. Борьба на каждом участке поля идет. Молодцы. В Волгограде есть современная спортивная база. Ежегодно проходят десятки мероприятий всероссийского, мирового, международного уровней по различным видам спорта. Регион активно участвует в нацпроектах и целевых госпрограммах. Проведение первенства двух федеральных округов в городе на Волге стало новой ступенью в развитии детского и молодежного хоккея. В следующем году Волгоград вновь может принять этап первенства страны среди юношей. Чем больше мы таких мероприятий проводим, подобного рода, тем больше это дает возможности по игровой практике нашим ребятам, которые занимаются в нашей школе. Ну и плюс Волгоград становится одним из узнаваемых, в том числе, мест проведения крупных региональных и межрегиональных мероприятий по хоккею. Волгоградским юным хоккеистам еще предстоит встретиться на льду со ставропольскими командами «Наследие» и «Динамо». По сумме игр в два круга определятся участники, которые выйдут в плей-офф. Команда-победитель выступит в финале первенства России. Дарья Денисова, Георгий Катаманов. Время новостей.
22 июня 1941 года на Севастополь обрушился один из мощнейших ударов немецкой армии. Чтобы захватить город, немцы бросили на него самую мощную технику. В июне 1942 года армия вермахта перешла в решающее наступление. На Севастополь сбрасывали по 4000 бомб в день. 35-я батарея, последний оплот обороны, отстаивала город до конца. Солдаты и офицеры стали символом героической обороны города. Смотрите сразу после этого выпуска новостей программу из цикла «Севастопольские рассказы. Победа любой ценой». Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале ntv.online. Полная коллекция видео на rutub.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17:00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем -1, -3 градуса.